На приграничном таможенном посту Жанажол в Мамлютском районе скопились большие грузы. Очередь растянулась на 1,5 километра. Водитель из России Борис Юдин приезжает в Казахстан 2 раза в неделю. По словам россиянина, чтобы проехать через границу, в очереди приходится стоять по 10-12 часов. Пробки бывают очень часто, особенно под конец недели, среда, четверг, пятница. Вообще невозможно. Стоим с вечера до утра. С вечера до утра стоим. В прошлый четверг приехал 4:30 вечера и прошел границу только 4:20 утра. Водители грузовиков жалуются. Устали стоять более чем в километровой пробке, теряя впустую по полдня. Лучше в утренние часы проходить. В утренние часы меньше машин. А после обеда начинается, и до 12 ночи можно простоять. Сотрудники приграничного поста говорят, на пропускном пункте ведется ремонт и просят перевозчиков потерпеть, пока работы на этом участке не завершатся. В связи с проведением капитального ремонта дорожного полотна, а также расширением полос движения, в пункте пропуска Жанажол автомобильный временно ограничено движение транспортных средств. В связи с чем заранее приносим свои извинения перед лицами, пересекающими государственную границу. По плану ремонтные работы должны завершиться к октябрю этого года. Через пост Жанажол в среднем ежедневно пропускают около 1000 автомобилей и до 4000 человек. Тимур Айтмухамбет, Нургуль Алина и Азамат Жанхатов. Азаттык ТВ.